Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я из города Рязань. Меня вот интересует вопрос, как быстро избавиться от ангины. За свои 29 лет вот я заболела 3 недели назад. Я очень долго мучилась, потратила вообще кучу денег на лекарства, но мне вообще ничего не помогало. У меня пропадал голос, у меня отекала гортань, и я просто по ночам задыхалась. Не спала там по 2-3 суток. А я думаю, что я делала что-то не так, потому что это серьезно ненормально. Реально болеть столько вот времени. И 2 недели у меня отсутствовал голос напрочь. До сих пор уже 4-я неделя, получается, месяц, и он даже еще не восстановился. И до сих пор у меня при разговоре колющие боль такая колющая, как будто у меня там что-то, не знаю, иголки что ли насыпали, много мелких. Я хочу задать доктору вопрос, как желательно, конечно, в домашних условиях сам себе помочь при очень жесткой ангине.